получил данные с личного дрона. Как видишь, план работает. Народ в лагере сплотился против скорпионов. Они жаждут крови настолько сильно, что тут уже мне нужно срочно что-то предпринимать. Получается, мне опять нужна твоя помощь. Надо выплеснуть ярость. В этом регионе есть небольшой город, где иногда тусуются скорпионы. Я отправлю туда пару отрядов смешанных из Альянса и Красных. А ты должен убедиться, что эта свора успешно захватит сектор и отомстит за своих товарищей. Что с ним? Свои нежные ручки о них заворал? Слышал в отчетах что-то подобное. А еще у них были странные необычные образования на телах. Я склонен верить, что это обыкновенное воздействие местной наркоты. Господи, не строй всякие паранормальные теории. На деле все абсолютно просто. Ты встретил кучку долбанутых наркоманов в светящемся лесу на свежей терраформируемой планете. Это стандартная ситуация. Вот и славненько. Я установил новую точку для тебя. Жду отчета об успешном выполнении задания. И еще кое-что. Можешь пользоваться всеми услугами местных ремесленников. Теперь у тебя должен быть личный лайтспидер, сопровождающий и оружейный интендант. Мы просим проявить уважение к солдатам коалиции из другой фракции. Неважно, из Красного флота вы или вы представляете Альянс. Мы все в одной тарелке и служим общей цели. Железные скорпионы закрепились за этим ущельем. На их вооружении стоят различные ракетометы. В их лагере есть зенитный комплекс. Пока последние функционируют, задействовать что-то кроме пехоты для нас крайне рискованно. Справляйтесь как можете. Thank you.
Ща у нас кто-то получит! Захлебни своими кишками! Заходи! Сбоку заходи! Сдохните, жалкие коалиции! Боишься, мудила? Бойся, бля! Thank you.
чем он ты хочешь? Точка зачищена. Сверхюнит, проследуйте к зоне эвакуации. У вас срочное задание в долине Левиафана. Брифинг получите на месте. Твои действия с этого момента. Судя по собранным с твоего стека данным, Монолит обладает целым флотом в этом секторе. У них эскадры более 5000 солдат личного персонала, только в рамках того, что мы видели. Плюсуем сюда тот странный корабль невиданных размеров. Даже если все эти субъекты враждуют, и после твоего отбытия произошла битва между ними, нам все равно не стоит сейчас туда двигаться. Сион пока вне наших возможностей. А вот что мы действительно можем, это обеспечить наш контроль над другими планетами системы, включая и эту. Мы должны собрать союзников. Секториал созовет чрезвычайный совет, где мы обсудим наши действия и ситуацию в ближайшее время. Сейчас нам нужно предупредить зиелотов о произошедшем на Сионе. Зиелоты — это раса, которая живет здесь, на Зиосте. Когда-то у них здесь была мощная цивилизация, но все накрылось медным тазом после катаклизмов на планете пару сотен лет назад. И тем не менее, они нам очень нужны. Эти ребята знают много о технологиях этой системы и, надеюсь, смогут пополнить нашу армию на период борьбы с общими врагами. В наших с ними общих интересах избавиться от присутствия посторонних в системе. Я обозначил координаты города Зиелотов на твоем интерфейсе. Как доберешься до туда, активируй связь со мной через этот контакт. Диспетчер сверхюниту. Конец сообщения. Thank you.
радует присутствие некоторого фактора риска, словно ты здесь, чтобы я сохранял свое обладание, продолжал помнить, в чем наша с тобой цель. Не оглядывайся так. Все вокруг лишь иллюзия одного знакомого нам мира. К несчастью, моих сил не хватит долго контролировать эту иллюзию. Я хотел, чтобы ты увидел все это своими глазами. Возможно, часть утраченной памяти к тебе вернется. А если нет, я хотя бы попытался. Пойми.
все не так, как ты себе это видишь. Ты меня слушаешь? Эй, это важно. А, вот что тебя волнует. Им было суждено умереть за их вмешательство в ход цикла. Таковы правила этой игры. И пока мы все должны их придерживаться. Да, мне тоже все это не нравится. Так вот, возвращаясь к тому, что я хотел тебе передать. Черт! Кто-то атакует иллюзию. Прощай, друг. Скоро мы встретимся вновь. Thank you.
Пока все выходит. Нас атакует целая группа корпораций. И что они все тут забыли? Мы потеряли зиелотов по всей планете и сейчас молчим об этом. Диверсии по нам были отвлекающим маневром. Параллельно из космоса на планету упало с мусором несколько ракет. И все они приземлились точно на крупные поселения зиелотов в разных частях планеты. Их раса сохранилась, но вряд ли она сможет пережить этот планетарный цикл. Потому что наши ПРО ближнего действия разобрались бы с такими ракетами. Но, судя по всему, нас и не планировали атаковать. Но мне интересно другое. Стоимость каждой подобной выпущенной ракеты превышает затраты на половину нашего контингента. Они явно не стесняются в средствах. Понимаешь? Да, это может все объяснить. Но просто подумай. Они ведь действуют ненормально. Ну, в смысле, очень логично и очень хаотично одновременно. Какой тогда тактики придерживается наш враг? Как нам противостоять тому, кого мы не понимаем? У меня никакого. Секториал отбыл за 10 минут до тебя. Он решил посетить лабораторию SOF на Хладе. Хочет изучить образцы, собранные с трупов наших пленников. Он оставил мне и командирам инструкции для проведения рейда. Типа, как закончим, он уже вернется сюда. Мы отправляем роту бойцов на Эден. В нынешней ситуации Эден как планета может иметь важное стратегическое значение. Мы контролируем половину системы. Зиост, Хлад. На Эдене идут бои. Корпорации пытаются прибрать его к своим рукам. Нет, там есть бывшие роботы Красного флота с саморазвитием. Объясняю проще. Это особые умные боты, которые начали осознавать себя как отдельная раса и к чертям забаррикадировались ото всех на своей сгинувшей планете. Да, мы захватили огромное количество трупов с этой заразой, но это пока ничего не дало. Сами образования не заразны для людей, кровь зараженных тоже. Тут нужен очень глубокий анализ и большей мощности, и все это есть только на планете Хлад. Я бы мог попросить тебя помочь с рейдом на Эден, но ты и так постарался много для нас сделать. Отныне, как командир коалиции, ты ничем мне лично не обязан. Так что это твой выбор, что делать дальше. Жди секториала, уж ему-то ты обязан подчиняться согласно регламентам коалиции. Просто запишись у командира любой из групп. Тебя с удовольствием пихнут в любую и дадут самую веселую роль.
Thank you.
Внимание! Говорит временный командующий Мелчер. Очень скоро мы столкнемся с врагом, наступательным флотом пандемик. Я не любитель толкать пафосные речи. Ну, а кто любит-то? Просто хочу напомнить вам, эти ублюдки из пандемии уже успели разрушить Зион и убить кучу гражданских. Наверное, им это было трудно. Как показывает опыт Зиоста и Сиона, они определенно умеют сражаться с детьми и стариками. Но мы другие. Нас питает общая злоба к их образу жизни. Может, мы и не типированы, как они, но зато мы умеем сражаться. Даже больше. Нам есть за что сражаться. Есть ради чего проливать нашу кровь. Именно поэтому сегодня пандемии будут повержены. Приготовиться к бою. Мы ведем битву сразу и в атмосфере, и в космосе. Но куда важнее дать нашим сверхюнитам возможность выполнить их миссии. Даже если для этого нам понадобится приложить максимум ресурсов и усилий. И весь наш тактический гений. Впрочем, у нас и выбора-то нет особого. Удачи всем нам! Отряды пандемии. Они окружили город.